Привет всем, ребята! Поздравляю вас с новым 2018 годом. И неважно, где вы находитесь, во Владивостоке, в Казани, в Новороссийске, во Львове, в Киеве, в Минске, в Азербайджане, где-нибудь в Баку или еще где-нибудь, я поздравляю еще раз вас с наступающим Новым годом и хочу сказать спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал, смотрите мои видео об Австралии и, возможно, немного становитесь ближе к Австралии. Я думаю, что новогодний период и 1 января – это то время, когда стоит делать планы на следующий год. Стоит делать себе обещания о том, что вы сможете достичь самые, может быть, невероятные цели, как вам кажется, в 2018 году. Кому-то не хватает совсем немножко до сдачи английского языка, кому-то не хватает опыта, кому-то не хватает денег. Я уверен, что 2018 год должен стать годом, когда вы сможете переломить себя, сможете преодолеть все эти трудности и в итоге сможете достичь своей желаемой цели. И как я знаю, для многих эта цель – увидеть Австралию, посетить Австралию, обучаться в Австралии, жить в Австралии. Пожалуйста, 2018 год начинается, и у вас есть 365 дней, чтобы воплотить ваши мечты в реальность. Я продолжу снимать видео об Австралии, я продолжу снимать правду об Австралии, какой бы она ни была, и хорошую, и плохую. Из этого, в принципе, и состоит наша жизнь. Еще раз хочу сказать спасибо большое, ребята, что вы подписываетесь на мой канал. Я очень благодарен всем и каждому, кто это делает. Я думаю, что записывая эти видео, если я помог хотя бы одному человеку узнать что-то новое, или выучить что-то новое, или открыть глаза на что-то, так или иначе помог кому-нибудь, то этот канал был не зря. Я вас всех обнимаю, я вам всем жму руку, и до встречи в Австралии. С новым наступающим 2018 годом. Пока!